полезли к нему в ногу и угрожали убить его многодетную семью. Обороняясь, он зарезал трех человек. Дитя Белишин, как точку жену страху. Потом на меня прикатили, на детей прикатили пистолет. У меня пистолет был, и нож конструктор мне в рот засунул. Но чаще всего такой хороший конец для тех, кто защищался, бывает только в громких историях. По словам юриста, проще посадить, чем закрывать уже открытое дело. Его доводят по факту сразу, отписываться потом придется месяц. При этом психологи утверждают, что защищая свою жену и семью, человек становится более агрессивным, чем в обычной жизни. Он охраняет свою территорию. Но в правоохранительных органах боятся. Если в законе разрешат стрелять на поражение, как только злоумышленники вступили к тебе на порог, то это фактически вызов лицензию на убийство. И может появиться слишком много примеров, когда при такой необходимости оборона будет состоять умышленное преступление. А это все, у меня не будет. Анна Заяц, Мартин Кисов, Марьяна Сумбарова. Генконсульство Польши в Петербурге обязали освободить два здания в центре города на 5-й Советской улице и заплатить более 74 миллионов рублей. Такое решение принял сегодня суд. Иск был подан предприятием по обслуживанию иностранных представителей. По их утверждению, консульство не платило аренду с 93-го года. Как объяснили дипломаты, перестали платить из-за того, что город увеличил зарплату в 10 раз. Кстати, истец утверждает, никакого политического подтекста нет. Такая ситуация уже просто с поляками. Сегодня же на решение суда отреагировало посольство Польши. Это нарушение.